Вы находитесь на канале Коробка красок. Мы по-прежнему продолжаем готовиться к Новому году, и сегодня мы порисуем вот такие новогодние фэшн-открытки. Я знаю, что вам нравится эта тема, поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной, а я приступаю. И на первой открытке я изображу девушку с целой горой подарков. Для начала сделаю карандашный набросок, прорисую каждый подарок, один даже нарисую на полу, как будто бы он упал. Ну и затем заполню все цветом. Я не думаю, что нужно проговаривать, что каким цветом я делаю. Эти иллюстрации простые и легкие, поэтому цвета здесь я смешивать не буду, буду рисовать чистым цветом. Поэтому по видео будет и так все понятно. Я лучше включу вам новогоднюю музыку, чтобы еще больше поднять вам новогоднее настроение. И, конечно же, после полного высыхания иллюстрации обвожу весь рисунок линером, добавляю детали и расставляю акценты. И первая открытка готова. На второй открытке я нарисую девушку, но не целиком, а только ее ноги. Она будет держать в руках новогодний венок. А на полу я раскидаю елочные шарики. Также делаю карандашный набросок, затем заполню все цветом и не забуду про тени и свет. И, конечно же, после полного высыхания иллюстрации обвожу весь рисунок линером, добавляю детали и расставляю акценты. И вторая открытка готова. На третьей открытке изображу девушку, которая наряжает елку. Делаю все те же действия, что и в предыдущих открытках. А вы пока смотрите, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, нужно ли в таких видео с такими иллюстрациями проговаривать и объяснять все мои действия. И, конечно же, также после полного высыхания иллюстрации обведу весь рисунок линером, нарисую детали и расставлю акценты. Но на этой открытке я хочу добавить еще падающий снег, поэтому возьму кисть жесткой щетиной, разбавлю гуашь водой и разбрызгаю снежинки. И третья открытка готова. На четвертой и крайней открытке я нарисую девушку с большим елочным шариком в руках. Изображу ее в свитерке и шапочке. Также для начала делаю подробный карандашный набросок и затем заполню все цветом.
И также после полного высыхания иллюстрации обведу весь рисунок клинером. И с помощью кисти жесткой щетиной добавлю падающий снег. И четвертая крайняя открытка готова. Ну что ж, друзья, вот такие новогодние фэшн-открытки у меня вышли в этот раз. А кто не видел предыдущие видео с такими открытками, я оставлю все ссылочки в описании под видео. Ну и конечно же, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И еще раз напоминаю, что делиться своими работами вы можете в группах «Коробка красок» в соцсетях или в Instagram под хэштегом, указанным в описании под видео. Ну а на этом у меня все. Всем пока и до новых встреч!